Всем привет, дорогие мои зрители и любители вкусно и полезно покушать. В этом видео я вам покажу, как я готовлю очень полезные, вкусные и сытные овсяные печенья. Всего из 4 ингредиентов. Печенья получаются очень сытные, вкусные и полезные. В них очень много белка, особенно тот, кто занимается спортом. Детям можно давать после тренировки такое печенье. После него не хочется очень долго кушать, поэтому готовимся к лету, к пляжному сезону, кушаем полезные, вкусные печенья. Всем приятного аппетита!